Да мы нахуй посмеялся, ебать. Посмейся, давай. Выйдем с тобой, нахуй, ради. И в чём я виноват? Не... Ты чё, упал? Ты депортировался, у меня патронов аниме нет. Я не понимаю, что за бред, блядь! Я сейчас нахуй игру удалю! Как быстро достать 1000 рублей? Знаешь, Модеста. Ай, блядь, нахуй ты так пугаешь! Гадёныш, блядь, выбредят, блядь, за старые взялся! Зайдите на стрим Клири, она там тусит где-то, и походу ее сегодня будут ебать, братья. Спасибо за Наруто. Потом фул скиньте. Сука! Да ебаный червь, нахуй. Да пиздец, смотри. А ты, ебать, раскатайся и прыгай. Это какой-то новый, червячки какие-то, блядь, да? Они же говорили неправильно. Я же видел, что сейчас упадет, ебать. Это не новый. Сука. Я тоже хочу в червячки поиграть. Блядь, вот. Нет. Слышите звук? Это моя вагина захлопнулась только что, блядь. Так что у нас Паша маленьким членом. Только Паша. Почему у него маленький член? Так вот, как порнуха, кто же там... То есть ты хочешь сказать то, что пиздатый ракурс твоего хуя был? Да, и поэтому он показался это... У Линка, кстати, охуенный член, кстати. Вот. Я его оправдываю? Ну, типа, я говорю правду. Да нормальный вот член, у него не маленький, вы чё, ёбду ты что? 13 сантиметров нормально? Ну, да, это лучше, чем 12. Как-то. Я, конечно, в идеале... Конечно, в идеале. Хотел бы, чтобы приехали в гости Гексоген, Кица, Иисус, кто-нибудь еще. Ищу для вас ответ. Да, блядь, не надо искать никакой ответ. А, нормально. Сук. Она мне Хесуса нашла. Ах, какая хорошая, а. Вот знает же женщина, кого я люблю. Сразу просыпается, что ли, материнский инстинкт, а у пацанов что-то типа: у, сука, набил бы ебало, Влад. Мне этот мем нравится. Что ли, материнский инстинкт, а у пацанов что-то типа: у, сука. Вот как это слово читать? Вот это вот. Я... Влад, это сука. Ну, что это? Вот как? Зачем вы в чат пишете то же самое? Вы чатом мне не объясните, как его произносить. Мне надо попить, что придумал. Типа... Что это такое? У. Это типа у. Это типа, блядь, не просто у. Или что? А у типа твердое. У. Чисто для бабла, действительно. Да? Я правильно говорю? Типа твердое у. Правильно? Уск. У, блядь. У. Блядь. Ксюш, ты куда ушла? Ксюшенька моя. Вы еще мимас не видели? Нет, не видели. Что за мимас? Да? У Андрея обещал сказать, где купил джемпер с пантерой. Я не обещаю сказать, я могу фирму сказать. Это не пантера, а тигр, блядь. Это тигр? Вот название. Блядь, сейчас фокус сломается, ну ладно. Блядь, не сука. Короче, Б, Р, Е, А, Т, H, Е, О, У, Т. Бритхи аут. Бритва аут. Андрей, прикинь, да. МРТ недавно делал. Так. Рак мозга нашли, Аристарх убил и короля ночи. А! Как бы ты могла взойти и посмотреть. Это что, реклама? Нет, я на самом деле, я не профессиональный стример и никогда не претендую на это. И даже не собираюсь вообще. Как бы я нормальный человек, я не стример. Давай. Это была такая легкая провокация, если... Куда ты идешь? Ну как бы, чат. Ай, баса.
Здорово, дедушка. Здорово. Прикинь, вчера с подругой купили баллончик с черной краской. Я никогда в жизни не рисовал на стенах. И вот мы, ебать, такие выходим ночью порисовать. В голову нихуя не приходит. Но я такое взял и написал. Да ничего не будет, что сейчас точится. Да? Да. Осуждаю. Гвоздь за полляма, ебать! Да сука, там что-то гвоздь! Гвоздь, блять, куда? Ну что он должен забить? Ебать, какой нахуй гвоздь? Вы посмотрите, вы просто не понимаете. Вы, сука, не осознаете это блядство. Ёб твою мать, покажи уже свои, блядь. Сука, вот этот гвоздь обычный, гнутый, это этот Виктор Блуд, который сейчас, блядь, показывает, он гнёт эти гвозди. Сука. Ой, малыш, тоже сфоткаться бежит, смотрите. Тоже сфоткаться. Это ваш сын? Красив. Блядь. Это ваш сын? Нет, блядь, моя дочь. Бежит. Это чисто мой саб. Это мой саб, на мой стрим бежит Рамакуна 666. Угу, конечно. Так, пойдемте-ка дальше. Девочки, покажите попки. А? Я сильно помешаю? Сильно. Я, пожалуй, тоже присяду. О, сука. Как теперь выходить, вопрос? Младший инспектор Бунча, парень молодой. Все хотят тебе в ебло ногой. Другую часть тела он тебе кончал. Нога, рука. И лицо нет. Лицо нет. Поможешь? У меня никак. Нога, рука. Нога. Андрей. Андрей. Андрей, можно спросить тебя? Кончи мне на пятку. А что, носки грязные? Уйди отсюда нахуй, пожалуйста, от меня, Ксюша. Пожалуйста, можешь съебать? Я сниму, Андрей. Кончи мне на пятку, пожалуйста. Блять, уйди нахуй. Ксюш, включай видео. Не включается. Можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как кто-то работает. Никогда не надоест. Сука, помогать не хочет. Игра престолов — это несмотрибельное говно. Люди, которые спорят с тем, что Игра престолов говно, они просто самозашквариваются 24 на 7. Гоу-прос, кто согласен с тобой, а кто нет? Суть в том, что мне поебать, кто со мной согласен, а кто нет. Какая разница, кто со мной согласен, а кто нет? Игра престолов по факту дерьмо, по факту. Это не субъективное мнение, это факт. Алло. Алло. Ну, мы вроде начали смотреть, вроде нормально, блядь, да? Вы все не понимаете, в каком мире живете. Вы ничего не понимаете вообще ни в чем. Пизда. А как клубнику так красиво порезать? Я не пошлая, но типа... Клубничка? Но я не пошлая. Лизочка, кисонька. Милая моя, как тебе вкус Балтики 7 со стримфеста? Стоит ли пить эту мочу? Не надо. Не стоит. Привет, редко бываю у тебя на стримах, потому что Вика мразь! Слышь, ты пёс! Это то же самое, только это ещё хуже в разделе. Развод! Блядь. Когда обхуярила смотрю. Да. Ха-ха!
Ты только что показывал вот это лицо сделать. Бля, ну это смешно. Блять, кто-то чмо сидит на ХГ. Блять, чуваки, вы сделаете это говно. Леночка, клип, пожалуйста. Ценили. Брайан. Эй, Брайан. Что? Ну, чисто четверочка какая-то, хуй знает, вообще не заходит в лицо. Положи мясо ему в рот. Я не могу. Я жду. А, блядь, нахуй! Блядь! Ебать тайминг, Найс. Я против кибербуллинга. Я ебал, блядь. Я раздеваюсь. Вот он популярный. Да, всем пока, короче. Я замуж выхожу. Спасибо за фоловчик. Какой замуж? Какой, блядь, замуж, нахуй? Какой замуж? Алло, какой нахуй замуж? Какой нахуй замуж? Ну, пожалуйста, братишкин такой дрищ. Вы чё не кормите, братишкин? Братишкин, алло, он там, его сейчас ветром, блядь, сдует. Вы посмотрите, ручки тоненькие, игрушки. Где, блядь, донаты, братишкин? Ну, сейчас, нахуй, вот, когда он там стримит, пойду донатить, блядь, братишкин, на булки, на сало. Совсем распустились, конечно, на Твиче. Ужас. Что за зрители? Да у них скоро стримеры все подохнут, блядь, с голоду. Они сидят, блядь. Жёст какой. Ну, Ксюша-то, блядь, жрёт постоянно, да. Пиздатые носки. Вот такие. Не, это хуета, не носки. Это, вот это хуета, не носки, блядь. Вы знаете, какие носки нормальные? Свой микрофон видел? Вот эти вот, блядь, носки. Вот эти вот охуенные носки. Он-то ногу так выгнул. Ксюш. Как он так ногу выгнул? Блять, он еблан. Вот эти вот охуенные. Я говорю прямо нахуй. Марс герой для тотал уёбищ долбоёбов, и чтобы на нем побеждать, надо нихуя делать. Ты, блядь, должен быть просто конченным мутантом нахуй одноруким, чтобы не взять 5к на Марсе. Просто, блядь, бери Марса нахуй. И просто ебучкой по клаве катайся, и ты апнешь себе 5000. Охуеть! Ну научи, пожалуйста, так же хорошо играть в доту, а то у меня что-то не получается. Пизда нахуй! Ты же не стримишь, правильно я понимаю? В принципе, не стримишь. Зачем ты вообще играешь в это дерьмо под названием дота? Ты реально получаешь удовольствие в 2К19 от доты? Говорит она. Все как всегда, все разговаривают на какие-то себе темы, как вдруг Таня кому-то, кто у нее дома, говорит: «Тебе чайку подлить?» Тебе чайку, блядь, подлить? Блядь! Блядь, да, сука, этот парень гений. Я хочу его как этого, чтобы он мои видео, блядь, строил, резал. Блядь. Он супер клёвый. Ага, смятый, пожалуйста. Смятый, блядь! Ласт миссия, по идее, тут что-то должно быть прям супер. Мина! Ай. Чапа! Мина! Ну, пацаны, пацаны! Ой, где? Ой! Ой! Честно скажу, я бы забила хрен, если бы просто говорили, ну ты похожа на Бузова чем-то, и все. Но вы понимаете, меня даже когда я иду на улицу, вот помню, сумерки были, мы с мамой что-то стоим, ждем такси. Просто проходят три девочки, ну им лет, может быть, по 16 там. Они такие: «Хо, смотри, Бузова! Хо-хо-хо-хо-хо!» Я стою, меня просто начинает вот изнутри вот это вот все накалять, и я не знаю, как мне на это отреагировать, потому что типа крикнуть им вслед: «Вы что, охренели, что ли?» Похоже. О, велосипеды бесплатные. На них кататься можно, наверное, да? Это наши велосипеды. А можно покататься? Нет. Почему? Потому что мы за них заплатили. А, я не знал. Блин, папа! Блядь! Папа! Вы представляете, если она такая вот, ну, девка, и, блядь, прикиньте, какой у нее папа просто. Я понимаю, почему. Мы катались на этих вот ТБшных великах, говнище полнее. Да не, нормально, в принципе. Ты, блядь, вспомни, как у Жеки, блядь, он скрипел. Ну, просто не повезло ему просто. Блядь, боюсь что-нибудь сказать не то. Так что пока что мы это, ага. Она стоит. Ну, сумка, я не знаю, она, мне кажется, $1000 стоит где-то. Но мне мужчина подарил.
Блядь, на кого чувак похож? Он на кого-то похож, блядь. Не знаю, на кого. Мой бывший. Вот, правда, он умер уже, вот, поэтому... Блядь, все больше... Все больше и больше, блядь. Гоген солнца, блядь. Ксюш. Слышишь? Земля и пуха, блядь. Ксюш. Спрашиваю, на кого похож, пишет Сараби. Вы шо, ёбнутый, нахуй. Ну вас нахуй, блядь, ёбаный стыд, блядь. Пресев в чат. Да, блядь, пиздец. Пиздец, что, блядь? У него уже мужчина умер, бывший. Сколько ему было лет? 80. Нам не закроют канал за пропаганду однополых отношений? Нет, почему? It's going down, right?